Анатоль Франц родился 16 апреля 1844 года в городе Сен-Сир-Сюр-Луар, Франция. Литературную деятельность начинал неспешно, ему было 35 лет, когда вышел в свет первый сборник новелл. Своим детским годам он посвятил автобиографические романы «Книга моего друга» Ле Ливер де Наме, 1885 и «Маленький Пьер» Ле Петит Пьер 1918. Первый сборник «Золотые поэмы» Ле Помес Дорс, 1873, и стихотворная драма «Каримская свадьба» Ле Насес 1876, свидетельствовали о нем как о подающем надежды поэте. Начало известности Франца как выдающегося прозаика своего поколения положил роман «Преступление Сильвестра Баннара», «Ле Крайм де Силвейстре Баннарт», 1881 в 1891 появилась Таис, Тас, за ней, харчевня королевы Гусиная Лапы, Ларти Сырая де Лорейн девяносто 1893, и суждение господина Жерома Куаньяра, Леопиньянс де Эм Джима Кайгнарт, 1893, давшие блестящее сатирическое изображение французского 18. В Красной Лилии, Лейлис Руш, 1894, в первом романе Франца на современный сюжет, описывается история страстной любви во Флоренции, сад Эпикура, Лежардан Ди Пикар, 1894, содержит образцы его философских рассуждений о счастье, состоящем в достижении чувственных и интеллектуальных радостей. После избрания во Французскую академию, 1896, Франс начал публикацию цикла «Современная история», «Хистовар контемпорайна», 1897-1901, из четырех романов, под придорожным вязом, «Элорм Дюмейл», 1897, «Ивовый манекен», «Ле Менекен -ди 1897, «Аметистовый перстень», «Элан Неудиамтиста) 1899, и «Господин Бержерев в Париже», М. Берджерт Перес, 1901. Писатель изображает как парижское, так и провинциальное общество с лукавым остроумием, но вместе с тем резко критически. В современной истории упоминаются актуальные события, в частности дело Дрейфуса. В новелле «Дело Кринкебиля» Элла Фавар Крайнквебеле, 1901, переработанный затем в пьесу «Кринкебиль», Крайнквебеле, 1903, разоблачается судебная пародия на правосудие. Сатирическая аллегория в духе Свифта остров Пингвинов Л.Д. Спенгауэнс 1908 воссоздает историю становления французской нации. В Жанне Д.Арк Джин -де Ак, 1908 Франц попытался отделить факты от легенд в жизни описания национальной святой, хотя сам скептически относился к любому историческому исследованию, считая суждения о прошлом всегда в той или иной степени субъективными. В посвященном французской революции романе «Боги жаждут» Леди Юксуэн Тессой, 1912, выразилось его неверие в действенность революционного насилия, в написанном на современный сюжет «Восстание ангелов» Лар Волд де Санджес, 1914, подвергнуто осмеянию христианства. Книга «На славном пути» Сюр Лавой и Глориуса, 1915, исполнена патриотического духа но уже в 1916 Франц выступил с осуждением войны. В четырех томах литературной жизни Лавиле Травайер 1888-1894 он выказал себя проницательным и тонким критиком, однако крайняя субъективность заставляла его воздерживаться от каких бы то ни было оценок, поскольку в его глазах значимость произведения определялась не столько его достоинствами, сколько личными пристрастиями критика. Он присоединился к заля в защите Дрейфуса, а из сборника эссе к лучшим временам Верс ле там мелый Урс, 1906 яствует его искренний интерес к социализму. Франц поддержал большевистскую революцию 1917 года. В начале 1920-х годов он был в числе тех, кто симпатизировал недавно созданной французской коммунистической партии. В течение многих лет Франц был главной приманкой в салоне своей близкой приятельницы мадам Арманда Каяве, а его парижский дом, Вилла Сеид, превратился в место паломничества для молодых писателей, как французских, так и иностранных. В 1921 ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Присущая Францу тонкая остроумие напоминает иронию Вольтера, с которым его многое роднит. В своих философских воззрениях он развивал и популяризировал идеи Э. Ренана. Умер Франц в Туре 13 октября 1924 года.